Добрый день, уважаемые жители Астраханского района, а также гости Астраханского района. Меня зовут Абишева Динара Абдрахмановна. Я исполняющая обязанности руководителя Астраханского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля. Сегодня наша тема – это эпидситуация по Астраханскому району по заболеваемости коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день хотелось бы сказать, что у нас всего с 8 июля 2022 года по 16 августа заболело всего 281 человек, это по Астраханскому району. Из них симптомные составляют 273 человек, это по нашим процентам, это будет 97, 10 и 10 и 0,1%. Бессимптомные среди них 8, это 2,8% составляет. Также заболело всего детей у нас до 14 лет 71, это составляет 25,2%. Также среди них подростки, подростков у нас 3, это составляет 1%. Взрослые 207, 73,6%. В июле месяце в районе заболело коронавирусной инфекцией, если сравнивать, то было 101 человек. Из них с симптомами было 97 человек. Случаев бессимптомного вирусоносительства у нас было 4. Также заболевшие среди взрослых 72 случая. Среди детей до 14 лет у нас составляет 27 человек. Были госпитализированы в стационар 5 больных. Амбулаторное лечение получили 223 больных. При обследовании близких контактных в очагах было выявлено 19 больных, 8,3%. При самообращении по поводу заболевания выявлено 209 больных, это составляет 91,6%. За неделю 29 июля по 5 августа взято на учет 90 больных. Из них 19 детей до 14 лет, подростки 1, 88 больные симптомные, 2 бессимптомных. Госпитализированный в стационар 4 больных. Также выявлены из близкого контакта с больными коронавирусной инфекцией 3 больных. Среди них 87 выявлены при самообращении за медицинской помощью. Также за неделю, если сравнивать за неделю с 6 августа по 12 августа, у нас взято на учет 66 больных. Отмечается снижение заболеваемости в 1,3 раза. Да. Из них 15 детей до 14 лет будут. Также из 66 больных 65 у нас считаются симптомные и 1 бессимптомный. Выявлены при самообращении 64 человека, из близкого контакта 2 больных. Также за период с 13 августа по 16 августа у нас выявлено 22 заболевших. Из них дети до 14 лет 9. Всего непривитые против коронавирусной инфекции 110 заболевших. Это 53% составляет. Из 207 взрослых 3 подростка непривитые, из детей в возрасте до 14 лет привитых нет. Непривитые лица старше 60 плюс 41 человек. У 31 привитых больных после даты последней вакцинации и ревакцинации прошло уже более 6 месяцев. Что бы хотелось бы вам сказать, дорогие уважаемые жители Астраханского района. Вакцинация – это у нас самый безопасный и эффективный способ предотвращения заражения коронавирусной инфекцией. Пожалуйста, защитите себя и своих близких.
кто еще не прошел вакцинацию, ревакцинацию, а также повторную ревакцинацию, сделайте выбор в пользу безопасности себя и своих близких. Пройдите ревакцинацию, берегите себя и своих близких. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задать в прямом эфире. Или также на этой страничке в конце ссылки можете отправить ваши, если есть вопросы какие-нибудь. Всем спасибо, всего доброго, до скорой встречи!